Ну за нами идет, видимо, забудет. Так, что? А, ты там еще электрички есть? Ну Представьте, что вы въезжаете в город, где хотите начать новый этап своей жизни. Город, который отвечает всем требованиям нового времени. Который живет в гармонии с природой. Природой, который может стать дождь уже сегодня. Добро пожаловать, южный город. Какая же это все хуйня? Какой смысл? Тише, дядя Джуниор. Я больше не могу.